сейчас мы идем за победой. Да, Андрей? Четвертая шайба. Неужели такие знаки еще до сих пор существуют? Арена Сити. Ну, стыдно должно быть. Стыдно? Друзья, всем привет. Идем на хоккейный матч впервые. Идем в Минск-арена, Минская Динамо и китайский Куньлунь Ред Стар. Вроде как так. Посмотрим, как выглядит Минск-арена изнутри. Посмотрим, как играют команды. По Динамо Минск расскажу. Это 12-й матч КХЛ. Они одержали уже 11 поражений. Но сейчас мы идем за победой. Да, Андрей? Да. Денис, за победой идем? Are you listening? Damn. В общем, мы где-то, наверное, на 3-м этаже. Нам надо подняться на 5-й. Сейчас найдем свою трибуну. Андрей, Денис, пойдем. Сейчас мы опоздаем. Хотя мы уже опоздали. В общем, мы пришли, еще счет 0-0, никто не открыл. Так изнутри выглядит арена. Шумят фанаты Динамо. Период закончился со счетом 0-0. Андрей, пойдем вниз. Пойдем на выход. Красиво все сделали. Пока перерыв между периодами. Сходим в соседний... Куда? Торговый центр Арена Сити. Посмотрим, что там есть интересного перекусить. Вот видите, какой сделали огромный фудкорт. Столики со скамейками, со столами поставили. И вдоль, прямо на протяжении метров, я не знаю, сколько тут метров, ну как длина бассейна. Разнообразные фудкорты. С различной кухней. Любимые часы. Ну, лампы, конечно, оригинальные придумали. На что это похоже? На грибы? Ну что, перекусил? Денис, кушай быстрее, пойдем на хоккей. Что, 5 минут поешь? Денис, ты куда? Ты нас забыл. А где твои перчатки, Денис? У меня в кармане. Я уже и забыл. Слушай, я даже внимания не обратил. Неужели такие знаки еще до сих пор существуют? Арена Сити. Ну, стыдно должно быть. Стыдно? Возвращаемся обратно. Знаете, вот еще есть вопрос, попадем ли мы. У нас электронные билеты, и они отсканируются только один, ну, один раз сканируешь, и все уже, как бы, больше ты вошел и выйти не можешь. Если мы войдем, и билет попробуют отсканировать, там у них отобьется, что мы уже внутри. Поэтому, когда мы выходили, мы сказали, что вот мы отойдем покушать где-нибудь, и обратно вернемся, чтобы нас запомнили. Мы пообещали запомнить. Поэтому, надеюсь, мужчина, который обещал нас запомнить, остался там на входе. Иначе хоккей придется досматривать
соседней кафешке. А пока мы уходили, счет был 0-0, если вы помните. В общем, пропустили нас внутрь. Значит, мужчина, который пробивает билеты на месте, его не было. Но вопросов не возникло у охраны. Вот, смотрите, через такие рампы необходимо пройти. Досконально обыскивают, все выкладываешь из кармана. И тебя еще ощупывают, полностью проверяют на предмет там чего-то запрещенного. Денис, смотри, хоккеист. Забили третью шайбу. Третий период, третья шайба. Во втором забили сразу же две шайбы. 85-й. Шайбу забросил номер 97-й. Дмитрий Куйницкий. Пропустили одну шайбу от Куньлуня. Осталось 8 минут 42 секунды. Четвертая шайба. Говорил, что мы идем за победой. Правда, сейчас обратно домой выехать отсюда рано. Я забронировал каршеринг. Такая пробка. Все хотят выехать. Надо поехать, поехать на машине для всех. На машине для всех хочешь поехать? Да. Пойдем, найдем сначала ее. Мы почти где-то она где-то рядом по карте. Как небрежно бросили машину прямо на повороте. Ну что, она целая? Давайте посмотрим. Ну, визуально в темноте, насколько мы видим, она целая. Можно бронировать. Папа, ты слышишь? Да, все, убирай. Хорошо тогда. Берем. Ну что, все сели? Денис, давай, закрывай дверь. Я не могу закрыть. Не можешь закрыть дверь? Не могу. Сами не... Папа, все? Так легко. Папа, еще и лакшери. Полный фарш. Что-то очень много. Как горит лампочек. Круто. Пристегиваемся. Папа. Давай, Андрей, Денис, пристегивайся быстренько. Я не могу пристегнуться. Андрей, пристегни Дениса. Хорошо, да посади. Ух ты, как. Сядь. Ну сядь. И куда? А сюда сядь.